я и обещала, вот я снимаю вам видео про бал. Это такой ежегодный, я даже не знаю, какая-то традиция, либо общевенгерская, либо, возможно, просто местного университета, что проводится бал для первокурсников. И вот как-то так это выглядит, украшенный зал, сцена стоит, и я точно не уверена, когда будут выбирать короля-королеву, и официальная часть начнется. Но сейчас нам просто выдают приветственные напитки, шампанское. Вот фотозона. Вот такая. Со звездным небом. В общем, посмотрим. Надеюсь, вы очень хорошо голосовали за меня. И я все-таки выиграю. What is your most favorite university experience? Oh, that's an interesting question. Well, I don't know what to choose because we had so many interesting things to do here. Every year I've seen in the drama club, and it's actually one of the brightest ones. But I'm first time here on the ball, and I'm asking you to make this one is my favorite and my most exciting university experience. Please make me queen. His question is, if you had the chance to organize an event on campus, what would it be? My graduation. It would be interesting. I hope I will graduate anyway. It's getting harder by day. Queen
of 2019 is Чомарангаліка. Так, ну в общем, как вы поняли, я не королева, но да. Ладно, в любом случае сейчас начнется туса до 4 утра, и я не знаю, буду ли я оставаться так надолго, но в принципе я вам все показала. Значит, такой бал — это в принципе какое-то официальное открытие, приветственный напиток, естественно, это было вино. Потом это были какие-то там танцы, но я имею в виду, что официальная часть продолжалась. После этого была, ну, такая, знаете, более развлекательная часть с концертом местной группы. Потом голосование параллельно этому происходило. И когда они закончили, провели какую-то игру, я понятия не имею, что это было, что-то такое типа лото или выигрыша какого-то. И после этого уже объявили результаты, и вот он, Кинг идет! This is my real queen. Пойду отдыхать, устала. Возможно, даже пойду домой, ноги болят, на кого-то.